нас вот этот павильон убирается. Вот этот вопрос по этому павильону тоже его нужно предусмотреть. Либо его развернуть, либо его уменьшить, чтобы площадка была чистая здесь. Здесь вот надо поставить какую-то, значит, может быть, фигуру вертикального озеленения, чтобы здесь было приятно. Рядом школа. Коллеги, я еще раз обращаюсь внимание. Сергей Михайлович. Вот когда мы немножко что-то путаем вообще пространство. Здесь школа рядом. Вот такое безобразие здесь находится. И говорю еще раз, когда нужно что-то поставить, все будем делать. В итоге все потом голову вниз, вверх, и все это безобразие остается. Грязь. Что только там, наверное, уже не завелось. Мыши, крысы. А мы говорим правила благоустройства. И когда нам говорят, еще не хочу всех под эту марку подводить, но вот много у нас таких павильонов, поставили, бухнули, и дальше мы не видим. То есть надо этот павильон рассмотреть, либо мы переносим его, куда я сейчас покажу, либо с теми нарушениями, которые есть, надо разобраться. Пойдемте.